Строительную эстафету на заполярном месторождении подхватили на газовом промысле 2С. Уже неделю тяжелая техника трамбует там песок для подъездов к будущей стройплощадке новой очереди ДКС. После поэтапного запуска первых очередей дожимных компрессорных станций, строители с минимальным перерывом принялись за возведение вторых очередей по соседству. Начали с самого дальнего газового промысла 3С, там уже вышли на финишную прямую, идет крупноблочный монтаж. Параллельно генподрядчик акционерного общества «Газстройпром» открыл второй фронт на ГП-2С. Отсыпав дорогу, это 17 тысяч кубометров, земляные работы продолжатся на площадке более 6 гектаров. Здесь, в несколько слоев, в ближайшее время планируют уложить около 300 тысяч кубометров песка. Мы здесь на площадке находимся почти постоянно. НГДУ, эксплуатирующая организация, здесь каждый день с утра до вечера. Служба строительного контроля филиала ЭТЦ контролирует строительство, качество строительства, приемка всех выполненных работ. И мы, как руководители, еженедельно практически здесь на площадке находимся.